выглядит участок, если смотреть с дороги, с улиц. Это практически последний дом. Тут уже дороги такой нет. Вот. Да вот. Дикий виноград. Осенью очень красиво дикий виноград покрывается просто таким бордовым красным каким-то цветом. Очень красиво смотрится. Как я всегда хотела иметь дачу. Вон на дерево, на дереве возле бузины есть курешник. Вот. И птичка там сидит на веточке. Вот, 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 вот. Дежурит. Красиво. Все, заходим обратно. Я люблю вот дачи, домики в деревнях, частные участки такие, вот, вот это все, где можно сад свой разбить, сделать сад, посадить цветы, деревья плодовые. Вообще красота. Ой, ну и вообще бы было бы идеально, если бы можно было в том озере купаться, в самодельном озерке, где Андрей рыбу запустил. Если потом еще можно было бы купаться, вообще класс. Вот там уже гараж. Здесь под накрытием стоит машинка. Это уже дядь Петя достраивал вот эти домики. Дядь Петя — это двоюродной сестры отец. Это была его дача. Кирпич, газоблоки, что ли? Точно не скажу. Такой вот ровный, красивый участок. Вот на домик вид с этой стороны еще. Сюда вот так вот заходишь. Это как веранда, правильно? Ну, в будущем веранда. Потолок еще сделаете. Ты не чистишь, сынок. Ты просто помоешь. Помоешь. Все, а тут я уже буду разбываться. Да, так, это как кухонька, да? И тут будет кухня. Да. Когда-то. Что? Угу. Сделаем так. Тут еще гостиная. Смотри, тоже как все верандочка. Пошла? Нет, другой комната. Ага. Да, привезла то, что мы... Помнишь, нас что-то? Диван? Диван. Мы уже новый заказали. Ага. Да. Так, диван, круглый стол будет. Сюда, может, телевизор какой-то маленький, плазму повесим. А вот тут вход. На чердак. На чердак много. Там еще ничего, взяли. Ничего. Низкая, там ничего. Да, такой домик низенький такой. Нормально. Это... По-моему, у нас такие же в Киеве потолки. Алёш, мне кажется. Вот, Петя купил только вот эти две комнаты, да? А вот это уже вот все достраивал. Он же достраивал сам, да. А холодильничек работающий это, да? Да. И еще один холодильник вы привезли, ну, да? Он купили. Этот, Оксана, он это плохой уже, да? Он не отключается, этот мы купили, да, бэушный. Так хорошенький. Да, такой. Санка, смотри, какие. О, а я вот. Печка, посмотри, ты видела такой агрегат? Вообще нет. 5 минут 10. Быстро. Вот сюда накладываются дрова. Смотри. Сана, ты такой агрегат ни разу никто не видел. Не-не, вообще.
Ты видишь? А где ты туда другие? Ну, оно есть где-то в продаже. И у соседа он подсмотрел. Оксана, есть вот такой, знаешь, сколько сейчас стоит? 15 тысяч. Ничего себе. И вот так вот раз и закрыл. И вот это получается тепло выходит через вот эти отверстия. Вот эти... Но оно ж не дым, ничего, нет, просто нет. Воздух. Ну, туда, туда, вот сюда. Понял? Потом отца, смотри. Вот тут вот дырочки тоже, для того, чтобы сюда тоже тепло заходило. Вот, видишь, от печки. Ага. Поняла? Ну, вот, интересно. Вот таким макаром он придумал вот такое отопление. Ну, в хате холодно. Свежо, да. Да, свежевато, так, знаешь. Знаешь, почему свежо? Потому что пеноблоками обложены, они держат температуру. Ну такие, ну слушай, небольшие, ну а что да. Надо приехать в село и на природе? Да, да, Оксана. Еще там сделаете все и будет красота. Вот твои пионы любимые. Класс. Все вышел и радуешься. Они сейчас закрыли, чтобы сами не забыли. Закрыли. И сюда даже окошко. Ты понимаешь, он же пристраивал, Оксана. Ну да. То есть это был дом, который вот так, окна на все стороны. Понял? Угу. Вот. Это вот, был старенький домик, он купил, да. И все уже сам достраивал. Да, да, да. И экономочку сюда приспособил. Такая тускленькая, конечно, но что сделаешь. Вот. Это его еще мебель, его еще, все его. Угу. Понимаешь, мы еще ничего своего сюда не привозили. Вот. Единственное, что шкаф стоит у нас в гараже. Вот. И так, ну, тоже шкафчик такой, тапок целая гора. Вот. Ну вот это, понимаешь, температура высокая, поэтому немножко отстала. Ага. Вот. Понимаешь. Красиво, слушай. Я, наверное, вы уже сделаете себе уже как хотите, все равно смотри. И это полноценная комната. О, все переоденусь. Шли, я тебе покажу, какие. Так, сейчас. Я везде цветы понесла. Домик с этой стороны. Виноград. Под виноградом стол. Замечательно. В тенечке сидишь себе и балдеешь. Клетки для кроликов можно заводить. Вот. Веранда. Соседи как уже обустроились. Какие красивые сады, деревья, цветочки. Вот отсюда участок. Колодец. Калитка. И там уже дорога. Красота. Тоже соседи там. Все огородами засели весь участок. Ничего, тут деревья посадят, тоже будет фруктовый сад у них. Будет красота. Небольшая экскурсия по участку. Наташа с Андреем такие работяги, они все красиво сделают. Пионы. Это прелесть, это просто чудо. Такие цветочки есть. Ирисы и петушки. Обожаю ирисы и петушки. И пионы очень люблю. Уже тут отцвели. Виноград. Так вот. Ласточки поют.
Мне нравится, как ласточки поют в селах. В Киеве так не слышно, чтобы они свиреникали. А это вот все дикий виноград.